Всем привет! Сегодня я расскажу все про сезонную хижину из игры «Мои поющие монстры». На этот остров можно телепортировать только сезонных монстров. То есть можно телепортировать скелетыкву, яле, подсельщика, пузайца, хулу, хулды-колобаса и их редкие эпические версии. Желательно телепортировать одну из комбинаций монстров, которые вы сейчас видите на экране. Так можно будет получить всех монстров, телепортировав минимальное количество. Все сезонные делятся на два вида. Классические и новые. Все новые, кроме Кулды-Колобаса, пока что доступны только на этом острове, но скоро появятся и на других островах. Скрещивание двух любых новых сезонных даст либо одного из них, либо случайного классического. А вот чтобы получить новых, надо скрещивать классических в особых комбинациях. Вы сейчас их видите на экране. Если посчитать, сколько возможно комбинаций, то можно понять, что выйдут еще 4 новых сезонных. Это все, что пока что можно сказать про сезонный остров. Если вам понравилось видео, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик.